Так, всем привет. Нашел свободную минуту показать вам проект своего нового ремикса, который я делаю уже второй месяц, да-да. Вот. То спрашивайте, спрашивайте, когда что уже надоели мне. Вот решил показать. Так, ну, сегодня что-то начал уже яму делать. Вот, тут уже выход идет из ямы. Наверное, сегодня закончу всю беду. Так вот, что изменил с превьюшки? С превьюшки изменил бас. Теперь он играет в одну ноту. Ну, это не такой вот, как был. Вот. Немного такой рваный получился. Ну, давайте послушаем. Собака Камтазия не хочет писать сессию, так что приходится слушать заиканиями. Спасибо разработчикам. Вот. Так, что у нас тут на сэмплере? На сэмплере у нас две бочки, низкая, высокая, как обычно. Как показывал вам на всех своих этих долбанных туториалах. Вот. Как я их обрабатываю, тоже показывал. Ничего нового нету. Вырез 25 кГц, подъем. Здесь два максимайзера, компрессор с четкой атакой. Четко, да. Вот. Второй у него просто тут срез идет высоких. Ну и все это объединено в одну бочку, чтобы можно было легко управлять, там еще какие-то эффекты добавлять. Далее. Далее идет три долбаных клепа. Один, второй, третий. Третий, видимо, для выпендрежа. Да, вот так это слышится. Надо же как-то повыделываться. Вот это выделываюсь. Это райт идет. Так. Клеп обрабатываю обычно компрессором вот таким. Не знаю, почему таким. Наверное, он зеленый, потому что... Так. Здесь. Стараюсь обрезать высокие, вот, в районе 18 кГц, потому что... Чтобы не вырезать их потом на мастере, чтобы на мастере ничего не было, он был чистым и здоровым. Вот. Стараюсь все... Весь звон этот, где есть звон, пердеж и все подобное, стараюсь вырезать, потому что чище трек становится. Вот так вот. Это вам не 50-50. Дальше тут лупы идут какие-то. Из лупов я удаляю всякую хрень, ставлю там, где нужно, что нужно, где не нужно, удаляю. Например, когда играет бочка, там вот такой вот, вот такая вот хрень становится. И она сбивает бочку. И получается, когда бочка ударяется, когда идет бочка, удар, на этом месте стоит какой-нибудь долбанный хэт, и он весь ритм портит. Поэтому надо удалять это четко. Здесь тоже какой-то луп. Далее, пианино. Играют две ноты. Какое пианино я использую, сами знаете. Это True Piano, потому что круче него еще не видел. Очень классное пианино, всем советую. Как оно обрабатывается? Понятия не имею. Натыкал все, что мог, все, что знал, то и натыкал. Три одинаковых трамайзера. Видимо, сильно зажал, потом буду разжимать это все. Компрессор, в общем, ярко выраженная атака. Bionic Delay. Так, это сюда, сюда. Параметрический эквалайзер. Ну и фильтр. Это для эффекта. Вот так вот. Вот. Все обрабатывается.
Вот. Не надо тут ничего. Так, вот далее идет пэт. Что это за мать вашу пэт такой? Понятия не имею. Какой-то дурак это все натыкал. 150 нот. Не знаю, к чему это. Вот тут вот, нафига столько нот? Это ж вообще дико стоит. Я взял их, поставил. Потом надо будет удалять. Вот. Пад самый обыкновенный, Arjuna Pad. Не умею другие синтить. Ну, наверное, лень. Тупо лень. Ха-ха. Вот. Обычный. Как он обрабатывается. Тоже показывал вроде. Все показывал. Все спрашивайте, спрашивайте. Тоже вырезаю чуть-чуть вот так вот, вот, чтобы это все не звенело, не добежало потом, чтобы не было звона по высоким, было все ровно, четко. Здесь какой-то пик именно. Вот так, далее акустик реверб. Тут небольшая комнатка, чтобы это все давало атмосферу. Далее эксенда, это задержка по правому каналу, то есть чтобы я не использую энхансеры, потому что они сугубо на все влияют, на фазу, что-то делают с фазой, потом будет, что потом это все некрасиво звучит, поэтому советую пользоваться такими искусственными задержками между левым и правым каналом. Эффект офигительный просто, так что используйте. Здесь сайчен, здесь посыл идет на реверб, более такой объемный, длинный. Здесь верха срезаны, потому что если верха не срезать, это будет все не очень красиво звучать. Так пад очень красиво звучит, мягко и глубоко. Это стринги, походу. Также задержка идет. Здесь фильтр, это для эффекта. Ну и здесь эквалайзер. Так, здесь сайдчейн. Ну также посыл идет на пэт. Вот и все. Далее бас. Бас сюда. Вот. Вот так, вот так. Из чего он сделан? Из масла он сделан. Из двух сайлентов он сделан. Два самых обычных пресета взял, стандартных, как-то их подкрутил, что-то там получилось. Вот. Как они обрабатываются, он тоже вроде показывал. Так, это первый. Это второй. Два ультрамайзера. Эр-компрессор. Задержка. Маленькая задержка. Далее эквалайзер, небольшой реверб, вот такая вот объемность была. Сайдчейн второй обрабатывается точно так же, все те же самые пресеты. Запомнили, списали, срисовали, все, дальше пошли. Так, нафиг это все. Далее у нас идет аккордовый лид. Вот они. С чего эти два друга сделаны? Того же самого, что и предыдущие два. Два обычных
пресета объединены в один MIDI канал. Кстати, советую вам использовать это, потому что это очень удобно. В настройках выбираете input порт, то есть исходящий порт, а в MIDI контроллеры вы ставите порт входящий, который будет ходить, то есть второй. И все эти два синтезатора у вас будут звучать в одном. То есть когда вы нажимаете тут, играют сразу оба два. Это очень удобно, так что используйте. Вот так вот. С чего они сделаны, как они обрабатываются. То есть эквалайзер. Опять же два ультрамаксимайзера. Таких вот. Компрессор, классный компрессор, не могу без него жить, с плюсами. В туалет хожу, вот так вот, вот. Ничего лишнего, может быть все лишнее. Да. Далее идет вой баба называется. Вверх идет эквалайзер, опять же задержка, панаматик, панорама меняет туда-сюда небольшую, ну и бионик делей. Далее идет посыл на длинный реверб, очень длинный, очень большой такой получается. Можно посмотреть, как без него. Все создает атмосферу. Здесь дальше второй тоже. Он в том же месте стоит. Тоже опера. Далее тут чойсы нарезаны, все обычно нарезалось. Так. Но они стреляют, значит у них есть атака, я выделил, они стреляли. То есть два ультрамайзера, компрессор, панорамический, параметрический эквалайзер, акустик, трансиент шейпер и бионик делаю. Весь набор. Вот так вот это все работает. Так. Закрываем все куфры. Далее идет у нас атмосфера. Это эта штука. Сейчас покажу. Пустынные эффекты. Ну, чтобы красиво было, конечно. Бионик-то. Дела. Все то же самое, ничего не меняю, потому что не теряю вообще. Все одно и то же. Вот, далее вокал идет. Вокал. Step off the starlight train. Тут разве что мульти. Дерево, ультрамаксимайзер, то есть по низам, по средним, по верхам, ну, средние, высокие и средние выделил, чтобы это все звучало. Далее компрессор, бионик делей, аналоговый делей, больше такой делей был красивый. И вот такая вот беда. Все это получилось. Their time spent in this place is greater than their looks. Кто-то меня спрашивал насчет того, что там после вокала остается такой звук. Their time spent in this place. Their time.
time spent in this place. Вот этот S идет дальше. Это все делается из-за того, что маленький срез на ревербе по верхам. Вот этот срез остается, он очень длинный тут. Ну еще и плюс два долея стоят. Получается такой эффект. Вот. Далее здесь стоит лид. Лид. Тоже кто-то пишет. Да, понятно. Далее включил два автоматика, компрессор, лазер. Ну вот здесь, собственно, ямка уже начинается. Вот так это все и делается. Тимуру уже понравилось, так что пошел я отсюда.